Якутской городской думе 195 лет. Накануне в Сахатеатре состоялся юбилейный вечер. Собрались депутаты 1, 2, 3 созывов, главы и руководители представительных органов муниципальных образований республики и субъектов России. В 1822 году в результате сибирской реформы Михаила Спиранского в Якутске появилась первая городская общая и шестиклассная думы. За время работы представительный орган принял более 1500 правовых актов, которые сегодня определяют порядок жизни в столице. Значительное внимание Думы обращено на социальную политику города, в частности на сферу образования. На торжественном вечере лучшим работникам вручили грамоты главы республики. И тогда депутаты, и сегодня депутаты работают именно на благо города, на благо его жителей. Это, наверное, одно из главных, положений. История представительных органов, если посмотреть вот историю, на европейской части городов больше. Допустим, возьмем Пермскую городскую думу, там 230 лет. То есть даты различные, но здесь важно одно. Главное, что вот представительные органы власти во всех городах России, в том числе в Якутске, они являются продолжателями традиций.